мы вытягивали, получается, квартиры, но удачно. Такая большая квартира, она очень просторная. Это не выразить словами, какая радость, когда ты строишь свое жилье. Это вообще не передать словами, это класс. Хотелось бы, чтобы такие дома строились чаще, потому что до этого медицинский кооператив был введен в эксплуатацию, два дома, это 10 лет назад. Поэтому, конечно же, должно строиться как собственное жилье, так и арендное, для того, чтобы каждый специалист, приехавший уже молодой, имел возможность, знал перспективу, что в течение нескольких лет он заселится в благоустроенную квартиру. И тогда имеет возможность он планировать свою как жизнь, так и рост свой как специалиста, и не будет искать счастья в других краях. Дом удачно расположен в микрорайоне, который получил вторую жизнь в этом году и в прошлом. Открылась улица благоустроенная, двухполосная, имеются в шаговой доступности и школы, и детские садики, и магазины. И мы уже, я говорил, что здесь 70% медицинских работников. Также здесь в пределах там, 10-15 минут находится центральная районная больница, где большинство работает, родильный дом, скорая помощь, туберкулезный диспансер. Также в этом доме будут проживать специалисты из медицинского колледжа, тоже находятся здесь недалеко. Это очень важно для комфортного проживания, когда ты имеешь возможность сходить на работу, вернуться.